Кератопластика роговицы – это реконструктивно-пластическая операция с элементами трансплантологии на глазах, с помощью которой можно заменить поврежденную или помутневшую роговицу на донорскую здоровую ткань. В новейшей истории это, наверное, впервые в больнице сделана была операция, потому что в советское время еще делались такие операции. Сейчас эта трансплантология, она отнесена к высокотехнологичным видам медицинской помощи, федеральным, второго перечня. Мы ее до настоящего момента времени не делали. Сейчас, это первая операция, которая была сделана. Показанием к данной операции являются состояния, при которых роговица теряет свою прозрачность или изменяет свою структуру. Одно из таких заболеваний – кератоконус. При этой патологии роговица глаза истончается и принимает конусообразную форму, что приводит к значительному снижению остроты зрения, которая не поддается коррекции лазером, очками или контактными линзами. Донорские ткани, как раз об этом я не говорю, то есть это не прямая пересадка, сейчас уже весь мир уходит от прямых пересадок, в частности, то, что касается глазной хирургии роговицы, потому что для успеха операции материал должен быть подготовлен, донор должен быть обследован, он должен быть специальным образом, адаптирован, чтобы была более высокая биологическая совместимость, поэтому сейчас, де-факто, это называется изделие медицинского назначения, может быть, это не совсем такое красивое слово, но, тем не менее, это действительно так. Это биологический материал из донорских тканей, который специальным образом обработан, законсервирован, подготовлен, соответственно, пересаживается. Операция была проведена молодой пациентке, острота зрения которой составляет всего 9%. Она должна помочь вернуть ей зрение и улучшить качество жизни. Восстановление, оно в любом случае индивидуальное. Тут очень тяжело прогнозировать. В любом случае, пару недель пациент будет находиться под наблюдением в условиях стационара, а затем, пересаженный орган или ткань, это биологический материал и так далее, это фактически всю жизнь человек, периодически должен наблюдаться. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».